Вот такая вот штука. Вот она, пока вот в таком виде. Здесь вот перчатка, чтобы воздух не сосало. Здесь вот. Открываешь. Вон там, вон она. Вон она горит. И тут шибер, вот это вот. Если его закрыть, додвинуть туда вовнутрь, то оно остановится и перестанет гореть буквально через какие-то там 5 минут. Когда выгорит то, что вот здесь снизу насыпано. И вот оно по мере сгорания само вовнутрь падает. Сгорает и падает вниз. Сеточка внутри из нержавейки сделана. Вот. Пламя вовнутрь трубы не поднимется, потому что... Ой, только что слышал, она сдвинулась. Внутрь трубы она не продвинется, потому что вот здесь вот дырки, откуда вот воздух сосется вовнутрь, это максимум, откуда может гореть, а выше не может гореть, потому что там сверху перчатка, и она не дает воздух попадать вовнутрь в трубу, а без воздуха гореть, соответственно, ничего не будет. Такая вот я зануда. Регулируется открыванием вот этого. Вот сюда вот можно еще вот так вот воткнуть, чтобы не вся она там горела. Это будет поменьше, но я думаю, что в нашем размере надо максимум делать пока. Короче, вот так горит. А, ну и вот сбоку еще дырочки. Вот дырочки, вторичный воздух, чтобы пламя, которое там не сгорело, здесь продолжало, ну, чтобы горело лучше. Надо было, наверное, побольше их сделать.